От этих же фирм мы продолжаем тестировать уже суши. Выложили, в принципе, в таком же порядке. Это идет радуга. Дальше идет у нас роллы, пицца. И идет у нас фаворит. Давайте начинаем. Сейчас мы решили сделать так. Так как здесь везде присутствует Филадельфия, начнем, наверное, с нее. Каждому по тарелочке по одной штучке. Вернее, по две штучки. Вернее, по три штучки. Подожди, не так. Из каждой фирмы по одной. Я так хотела только. Только подожди, мы так не разберемся. Опа, да. Не разберемся. Давай, мам, знаешь как? Ты попробуй. Все, давай, мам, начинай. Просто начинай. Так, пробуем. Это идет у нас фарфор. Давай. Да. Филадельфия. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На вид очень вкусно выглядит. Лен, давай тоже бери фарфор. Давайте все берите вот этот фарфор. Все. Сейчас тебе положим. Всем наложим. Давайте так сделаем. Все пробуют фарфор, чтобы не путаться. Угу. Так, наверное, думаю, будет правильнее. Все, пробуйте. Свежие, да? Никто не умер? Нет, никто не умер. Все живы? Жаль только. Лен, ты жива? Все нормально? Да. Нет, плохо не встает, голова не кружится? Нет, все отлично. Все. Рис тоже беленький. Да. Да, короче, мне больше всего понравилось. Вообще не ложат огурчики именно туда, а чисто вот эта белая штука, сыр вот сыр. Этот. Да. Там вот огурцов не... же не бывает. Нет, вот огурцы. Это там авокадо, да, Лен? А что? Нет, огурец? Это же Филадельфия. С огурцом, там с огурцом было написано. Да? Да. А так не бывает. Но мне бывает. Вот понравилось. Бывает, бывает. Бывает. Ну ладно, короче, вот эта мне штука понравилась. Потому что там есть огурчик, да? Мне все нравится. Да? Вкусно. Так, это все? Было да. У нас, да. Все, попробовали? Да. Запомните. Угу. Вот этот вкус. Угу. Давайте дальше идем. Теперь пробуем суши... суши-роллы фирмы. Суши-пицца. Суши-пицца, да. Вот у них минус, названия нету у фирмы, что суши-пицца, и что, фиг поймешь, что это такое. Тут нету огурчика. Да, вот как это. Здесь просто рыбка и сыр. Так, рыбка и сыр, да? Мама. Спасибо. Опачки, я заметил один минус. Какой? Только что рис хотел попробовать, а он очень твердый. Рис? Да. Ты уже съел? Нет, я просто хотел убрать и съесть, а там рис твердый. Ну, попробуйте все, да. Попробуйте сначала. Дайте. Вкуснее. А мне падает. Сыр очень сильно чувствуется. Ой-ой. Мне нравится. Нет, падает. Прикольно. Вот из этих двух, что лучше пока, на данный момент? Суши-пицца. Суши-пицца. Вот та, да? Мне вот эти. А мне эти. Мне эти, суши-пицца. Да, мне тоже сыр там. Ну, сыр больше чувствуется. Там как-то не больно, рыба перебивает. А, здесь прям сыр. Угу. Очень. Давайте тестируем третий вариант. Мелочка, тебе какие больше? Первые или вторые? Вторые. Почему? Потому что там больше вкуса. Вкуса больше? И сыр вот смотри. А мне почему-то первые понравились. Не почему-то, я знаю почему. Мне сыр там понравился, он такой свежий. И рыба. Угу. Давайте дальше. Третье, это идет у нас радуга вкуса. Так, где у нас? Вот ролл. Вот вариант, да? Угу. Филадельфия. Так, что там это? Идет? Там, получается, тоже есть огурчик и что-то черненькое. Вот это я не знаю, что это такое. Что, ну, черненькое? Пробуйте. Что? Просто пробуйте. Нори. Что это? Нори. Нори? Листы, которые заворачивают. А, да, да. Они называются нори? А мне кажется, что там как будто и авокадо проглядывает. Да. Да, Лена? Вот это же авокадо. Сейчас. Так, да. Ну-ка, мам. Вот, да, авокадо. Тут не, по-видимому, не огурец, а авокадо.
Там и огурец, и авокадо. Да, и нори вот, да. Сейчас посмотрим. Да, вкусно. С той стороны тоже такая же? Прожевывай хорошо, Миланочка. Так, мам, какое у тебя мнение сейчас? Вот ты сейчас радугу попробовала. Да. Переборщили с авокадо, перебило вообще вкус даже рыбы, и сыр даже из-за этого не чувствовался. Слишком много авокадо. Ну вот, можно посмотреть. Да, вот посмотрите, прямо вот, ну, вот столько много, что вот перебивает абсолютно все. Я даже рыбку не ощутила вкус совершенно. И рыба очень тоненько нарезана. Да, могли бы потолще. Вообще не ощущается рыбка. Ну ладно, давайте тогда сделаем так. Кому больше понравилась, какая фирма по Филадельфии? Суши-пицца. Да. Суши-пицца. Мне первая. Тебе первая? Мне тоже суши-пицца. Ничего себе, однозначно, вот суши-пицца, да? Да. Суши-пицца, 4-1. Короче, выиграл по-любому суши-пицца, да? Потом идет вот это. Так, фаворит. Фаворит, а потом только на третьем месте радуга. Да. У меня Филадельфия фаворит. Да? Так, ну-ка, Оль, давай-ка засними, теперь я попробую. Па-бам, я тоже тут есть. Вот, и операторы тоже должны что-то кушать. Дегустировать, да? Да. Сейчас папа попробует сейчас это все сделать. Сейчас папа вынесет свое мнение, посмотрим. Протестировать, да. Камера у нас снимает может, близко. Давай просто я чисто мнение свое вам скажу. Так, что ты берешь там? Это вот как раз фаворит. Это будет у нас фаворит. Сейчас я просто пробегусь и скажу. Угу. Дальше суши-пицца идет. Посмотрим, что это. Это потолще выглядит, да? Вот это поздоровее больше. Да, рыбки там. Вот. И рыба сыра. Больше, да, сразу сыра видно. Сыра тоже. Да. У нее прям вкус есть угу. Такой. Прям. Мне тоже, кстати, вот это нравится. Вот это посмотрим. Давайте попробуем. Радугу, последний вариант. Ну тут сразу видно, у рыбы цвета даже нет, и тоненькая. Да. Это сходу видать. Никак вообще. Да, мне кажется, авокадо вообще все перебило. Ну не то, что даже авокадо. Ну и рыбка не ощущается. Это не Филадельфия. Да, что-то непонятное. Вот я попрошу радугу вкуса исправить свою Филадельфию. Как будто во рту все развалилось и непонятно вообще, к чему это отнести. Если закрытыми глазами мне дать это попробовать, никак я не скажу, что это Филадельфия, не угадаю точно. Потому что вообще ничего. Вот эти, из этих двух я выбираю тоже суши, вот эта пицца, потому что если это попробовать, я закрытыми глазами скажу, что это Филадельфия. И первое тоже. Так что... Исправляйте, пожалуйста, что-то у вас тут не так. Рыба тоненькая и авокадо слишком реально толстый. Там получается какая-то разбивка вкусов. Да. И это уже не Филадельфия. Так, давайте дальше будем тестировать. Что у нас на кону? Угорь. С рыбкой, да. Давайте с угорем. Угорек. Вот раз угорек. И вот это похоже, да, угорек? И два угорек. Угорнем давайте. Все с тарелочками, как этот, на войне же есть, да? Столовая. Каждому, мам. Да, ну что интересно. Досталось тебе, мам. Нет, так красиво сверху полито, как будто шоколадки. Нет, давай разные, мне очереди да? Пройдем. Нам вот посмотрите, это... как будто это соусами, так, как шоколадки такие лежат разные. Ну да, кстати, прикольно. Очень. Прям цвета такие. Это какой у нас? Фаворит. Ага, фаворит. Фаворит. Так, ну все, пробуйте, Миланочка, давай. Только аккуратненько, ладно, жуй все. Вот бы знать еще фаворит, что в состав туда входит. Ну мы сейчас... Просто пробуйте, да и все, это с угрем. Мне так рыба... Ой, это угорь. Угорь интересен. Я сейчас с угрем не пробовал. Вот попробуй, скажи свое мнение. А что на салфетке? Салфетки? Вот есть эти влажные. Нет. Вот. Вкусно? Угу. Это вот
Вот этот угорь очень, ну, я не знаю, очень хорошо чувствуется. Как запеченный. Да. Чувствуется. А еще такая тепленькая, вкусная. Да? Вот я и говорю, прямо омлет. Даже много вкусно. Всего и вкусно. Получается прям вот вкусно, да? Вкусно. Вот да. Все подтверждают. Вкусно. 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 Дальше. Что у нас? Тут с угрем нету в этом варианте, да? Но. Есть у радуги вкуса угорь. Давайте пробовать угорь с радугой. Налетай! Что-то угорюк не хочет уходить. Это все типа после рабочего дня, да? Да. Всем раздают суши по одной штучке. По записи. Да. Сейчас попробуем. Так, надо вам поближе поставить. Ой-ой-ой-ой-ой. Побежал, падает. Вот, разваливается. Угорь, что-то вот-вот, пожалуйста, смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну что это? Мама. Не успела все, что мам поделать. И даже до рта не донесла. Кусочек маленький можно. Давайте, ладно, пробуйте. Что? Ну, хочу сказать, что мне нравится. Вот в этом тоже мне нравится. Мое мнение. Угу. А как от бабушки, маме, Лене и Милане? Ты за себя только говори. Ой, не знаю. Ой, что ты? Мне так. Да что же это вы это? Вкусно? Да. Я хотела сказать, там рыбка, потом идет огурчики, ну, ага. И рис. Разваливается, что хочешь говори, разваливается. Ладно, разваливается, но вкус, говорите что-нибудь. Вкусно. Угу. Да, вкусно. Вкусно. Я не знаю, как сказать, но нормально? Вкусно. Миланская, ты какой выбираешь? Да. Первый, который угорь попробовала, или второй угорь? Вместе. Какой я больше? Подождите, по очереди, Милана. Первое. Первое? И второе ты, да? Почему именно первое? Первый там больше вкуса для меня. Угу. Мам, ты? А во втором что больше понравилось? Мам. Не, ну мне тут первый. Больше вкуса, понятно. Мне первый, потому что я даже второй до рта его донести не успела. В общем, дело. Первое, потому что там очень вкусно и особенно вот эта рыба. Первый. Да. Первый. Но второй вариант тоже неплохой. Да, тоже да. Неплохой. Ну, короче, вкус это... неплохой, слепили плохо. 50-50, что-то типа 50-50, да, получается? Угу. И желательно это, ну, поливочку мамочка, побольше, немножко угу. Соуса добавить. Вот так, давайте я попробую угу. Тоже это дело угорючек. Надо не забывать вот эту красненькую кушать. Да, мы что-то пробуем, забываем. Про имбирь-то. Она очень острая. Да? Очень острая. Ой. Здесь очень острая. Вот можешь попробовать один. Так, ну-ка. И будем пробовать еще. Очень острый, потому что, значит, свежий. Угоречек, а чем угоречек. Свежее, тем острее имбирь. Да? Да. Нет, мне тут понравился. Ну, что-то угря мало. Печь? Во втором, да? Угу. И соус, чтобы не мешало, чтобы полегче. Не очень, не очень. Ну, в принципе, не знаю, я что-то не понял. Ни то, ни другое не пойму. Первое послаще там. Тут просто вот этот соус, да, вкус придает. Ну и рыбки тут хорошо положили. Вот посмотри, какой вот здесь вот лежит кусок. Да, рыбы побольше, да. Давайте просто сравним. Вот это идет... Какая фаворит? Да. Угу. Вот рыба. И вот рядом. Это идет. Радуга вкуса. Радуга вкуса. Что-то тут рыбы-то нету. Ну вот здесь вот, вот в этой побольше. Не, я тут тоже взял, блин. А где рыба? Не, реально. С рыбой у них беда. Да. Не, ну смотрите, вообще рыбы нету. Тут вот толщина, например. Ну давайте тут посмотрим. Так. Просто хочу отделить рыбу. Ну, если честно, блин, ну вот, вот честно, нету. Да? Рыба-то где? Где угорь? Не похоже на угорь это вообще.
Ну, чуть-чуть вот какая-то полосочка. Ну, нет угря просто. Вот у них другое, вот у того же фаворита, да? Вот сразу с камеры видно толщину угря. Вот он. Угоречек. Тут нету. Но я думаю, тут тоже побеждает вот эта часть. Да. Так, давайте дальше что будем? Белый. Давай. Зелененький там. А что это у нас? Давайте. Там, наверное, чука, если я не путаю, чука. Конечно. Чука. Это водоросли. Да. Да. Чупчик, короче. Чупчик. Так, а здесь есть? Вот это будем с этим сравнивать? Нет. Это получится сами по себе сравнивать. И вроде как либо угорь, либо медведь. Что-то не могу пока понять. Сейчас на вкус попробую. Пока не пойму. Ой, какая-то. Видишь? Непонятная. Вот я тоже не могу понять. Это какие-то инопланетные штуки. Это, наверное, угорь, Эдгар. Ну, это жесть какая-то. Не нравится? Почему? Класс! Мне не нравится, потому что я вот... Мне нравится. Мне нравится, потому что зелень такая... Угу. Мне понравилось. А мне, да? Нет. Угу. Потому что там водоросли. Мелочка не любит всякие, да, водоросли. Да, она всякую зелень. Мелана любит просто чисто сыр, да, вот Филадельфия с рыбкой, да, Мелана? Я вообще вкусно. А мне понравилось. Вкусно? Лена, попробуй. Вкусно. Ну, Лена мне показала это, я что-то пробовать не хочу. Я тоже. Я не люблю эти такие штуки. Да, это, а мне, да, очень понравилось. Мне тоже понравилось. Слизистые какие-то штучки. Да не варю, оно... Нет, моллюски, не слизистые. Во рту вкусные. Рыбочки прям такой легченько. Рыбка и вот это вот водоросли, вот эти вкусные. Или как там их? Давайте дальше, ладно. Давайте пробовать из радуги, что тут есть. Ну, например, вот это. Вот запеченные. Или давайте вот эти. А мне? Вот, вот это. Маленькие, вот это что такое? Лена, это запеченные же вот такие вот бывают маленькие? Да. Положи, посмотрим. Так, из чего состоит? Покажи, пожалуйста. Так. Вот это, да. Переверни. Посмотрю. Угу. А, да, я неудобно взяла. Так, где там, где они? Ну, я ж показать хотел. Так, это что посередке-то идет? Сыр? Сыр тоже так же идет. Сыр. Так, пробуйте. Сейчас положу. Держи. Да? Вот этот процесс, что каждый по штучке получает. Раздача. Не могу понять, бекон или курочка. Копченый еще. Как бекон. Ну, Лена кушает и прям чувствуется копченый вкус. Как бекон. Копченый бекончик, да? Такой. Это сверху вкус этого получается, как поливка вот эта, да? Нет, внутри что-то. Внутри. А сверху там какие-то, да, кусочки. Да, у меня ощущение бекона. Кусочки. Копченые. Копченого чего-то сверху. Да. Нет, да это и есть вот это. Бекон это, да. Бекон. У меня есть уже. В общем, мне это не понравилось, причина, потому что там вот эта черная штука, ну вот я жую, но не могу ее разделить, но и рис твердый вместе с этой штучкой черной. Мне понравилось. Мне тоже. Мне тоже. Мне тоже понравилось. Я вот тоже, вот если люблю такие бекон, мне тоже. Вкусно. Так, радуга вкус у нас остался последний вариантик. Мама сейчас попробует это все дело. Так, ну тут вот хорошо, да, сделали? Там краб. Так, ну-ка, мам, перейдем, посмотрим. Классно. Да. Тут вот мяса это... много, да? Да? Что это такое вообще? Краб... Мне кажется, курочка, скорее всего. Да. Ну, попробуй, так, давай, скажи. И сверху это, вот эта посыпушечка приятная такая на вид, честно, смотрю. Ух ты, его что-то не заходит. Как-то не помещается туда. Давай, Эдвин, попробуй, скажи. Я не люблю краб. Не, да, Мелочка так и не любит. Нету краба, мяса. Ай, да, это нет, не краб, мяско. Что, мам? Как курочка, неплохое, мне понравилось. Я не такие. Оно как запеченное тоже. Оно и так запеченное. Запеченное, вот, вот. Мяско там, мелочка. Я не хочу такое.
Я такой не люблю. Да? Ну ладно, что-то вы меня расстроили, неплохо, да? А вы прикольно ешь, он уже острый. А вот дай мне. А это мне нравится. Хлебная такая поджарена по сапушкам. Можно попробую, что я хочу? Миланочки, вот, дайте вот Филадельфию, вот она. Не, вот это. Вот это вот, Оль. Оль, вот это вот она. Нет, нет, вот. Оля, что это варится? Так, ну, давайте, знаете как, скажите, с какой фирмы вам в целом больше понравилось? Вот это. Это какой, Оля, Миланочки, какой ты дала? Вот. Нет, она сейчас суши-пицца. Суши-пицца, да? Суши-пицца. Мам, тебе где понравилось? Суши-пицца, мне тоже понравилось. Ну, вот тут, конечно, запеченные в радуге вкусы тоже вкусные были. Вот это я не знаю, что это тоже неплохо. Единственное у них недочет – рыбы на рыбных изделиях мало. Угу. Вот это. Суши-пицца, здесь понравилась Филадельфия. Здесь это у нас что? Фарфор. Фаворит, да. Фаворите с угрём вкусные были. И радуга вкуса мне понравились. Это вот последние. И запечённые, да. А запечённые. А еще да. И запечённые. Неплохие. Другие. Да. Так, ну все, давайте на этом мы закончим. А я не сказала свое мнение. А, ты хотел сказать, говори, я думаю, короче, молчишь. Это какая фирма? Вот это, короче, понравилось. Особенно с угрём. Ну, мне тоже здесь, я попробовал, мне, в принципе, я бы выбрал вот тоже. Ну, давайте фаворит. Я тогда уже скажу. Давай, сделай это, Оля. Мне понравился фаворит, в принципе, и то, и Филадельфия, и с угрём. Также понравились суши-пицца с водорослями. И здесь вот такие вот, они достаточно сытные и тоже вкусные. Угу. А запеченные тебе не понравились? А, и запеченные, да, забыла. Запеченные приятные были, да. Все, смотрите дальше.